Ассаламу алейкум, рахматла баракату, армансындар ма, амансындар ма. Так, откорм койганнан кийин 2 апта өттү. Шапта өттү. Грубо шапта ғой. Энди көрүп алыңдар калай болгандары. Кеше тузак акеп койгам. Кеше гана тузак акеп койгам. Мына жерде 3 кап отурубу. 4 шелек. Үлкен төршелік жем, дробленка. Күніге солай, таңертең үш қап, төршелік. Кешке үш қап, төршелік. Өткен тұрғандарына шапта болды. Тұрғандарына. Кейбіреулер сұрайды, қалай бордақтайсың деп, бордақтайтын осылай міне. Кебек обязательно, дробленка постепенно қосып отырасыз. Жаңа жемді. Мыналар адамға үйреніп қалған ғой. Бірінші күні салғанымыз бір ақ қап қана салдық. Өйткені анау жейтін, кішкентай мынау жейтін. Потом арасында бір екеуі бар, олар қыста жем жеген, қалғандар жеген жоқ. Сол ауыр қамау үшін солар ғана жеген ғой. Құнан жорға. Құнан жорға, Батонский. Акес сияқты, томпақ. Акес сияқты. Жүгірмендірей. Ой, әкейінің ауыздары. Енді шапқылап жүріндір әрі бері. Мыналар жеген примерно 3-4 оғана жеді. Сонда бір қап салдық. Мыналар бәріне. 3-4 күн соты бір-бір қаптан салып отырғамыз. Бәрі жеп болғанда ұры жегенше. Көріндірмін бұқ отырғандай. Шапалап тұр ғой. Бәрі үйренген кезде ақын үйек қап салып отырдық. Үш қап сетіп үйреткеміз. Итак, мой подписчики, здравствуйте, виртуальные друзья. Эй! Рэй! Откорм спустя 3 недели. Откорм спустя 3 недели. Кто-то писал мне, как откармливаешь. Откармливаем вот так вот. Ставим полностью на откорм всех. Сперва ложим по мешку, потому что только трое или четверо кушали. Белый кушал, вот это кушало, потом вон тот с той стороны кушал, вон тот вон. И вот этот вот маленький кушал. Они зимой дома стояли, они кушали. Мешок ложили, потихоньку приучали их. Каждый день по мешку ложили. Примерно неделю, наверное. Потом, может, 4 дня, не знаю. Потом начали добавлять. 2 мешка, 3 мешка. Это все было постепенно. Как отруби привыкли, начали добавлять дробленки. Топлисты. Дробленку начали добавлять. Сейчас ложим вот 3 мешка отрубей. 4 ведра дробленки. Эй! Кто кайтан жигрит? Батончики. Два мотора. Вот Батонский хороший. На жреца. Кунан Батонский. Еще и дерга. Лошадь, когда кушает на откорме, он должен поносить. Если Витька, они как это они? Они прям поносят жидким. Это значит, они кушают правильное питание. Если у лошади какашки такими калачиками, как обычно, как будто сено кушает, он не поправляется. Он просто кушает сено. Поэтому
надо правильно кормить, чтобы они прям поносили. Видите, да? У всех какашки прям такие жидкие. Вот я свой колда деренгаска. Ту, шапку лапжу. А? Акжалский мене. Вот он акжалский. Белый акжалский. Каска. С той стороны. Черенгаска акжалский. Ну, казы воруем к нам. К нам, да, э? Как батон. Пирожок, какой пирожок. В этом году и девочки тоже поставили. Куда 4 девочки ходят. Кімді? Ауырды ғой қазір. Ұрғашты ма? Жай. Кеттік па?